Всем привет! Пришла очередная посылочка из Китая. Здесь должно быть колечко повышающее 49 на 52 вроде бы. Ну, сейчас вскрою и посмотрю, в каком состоянии, ну и вообще. Ну, в общем, чернение нормальное, без косяков, как обычно бывает у китайцев. Не знаю, может, только мне так везет. Ну, вот это нормальное колечко. Так, ну что ж, сейчас попробую его одеть на объективчик. Так, вот на этот объективчик сейчас надену, на один и на другой. Так, 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 так. Сначала, наверное, на этот. Да. Колечко встало как родное. Замечательно. Так, а ну-ка на этот объектив Юпитер 9. Угу. Замечательно. Все подошло. Так, а теперь 52 миллиметра. Так, чтобы это придумать, ага. В прошлый раз я получил посылочку с колечками. Так, вот здесь есть 52 на 72, а ну-ка. Угу. Замечательно. Все закрутилось. Ну вот, теперь можно сюда цеплять, например, светофильтр, да? Вот возьмем светофильтр и прикрутим его сюда. Да, все замечательно встало, закрутилось, и вот уже наш Юпитер оснащен поляриком без особых трудностей, да? Ну, в общем, на этом все. Если видео понравилось, можете поставить лайк, подписывайтесь на канал, дальше будет еще больше интересных распаковочек, видосиков. Пока!